Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Совсем недавно в своем обзоре новых идей для мастер-классов я показала комбинированный свитерок имитации интерлака. И даже у меня на канале был мастер-класс по вязанию свитера Дольче, который связан резинкой 2×2, также имитацией интерлака. Ссылку оставлю в описании. Теперь я решила воплотить свою мечту, но связать кардиган показалось для меня более приемлемым. Тем более есть запас пряжи. Начало вязания есть, провязана спинка, и результат меня очень и очень порадовал. Точно так же, как и при вязании пончо, процесс захватил меня с головой, но приходится иногда отвлекаться. Хочу представить вашему вниманию мои наработки. Вязание объемное, мягкое и очень напоминает технику интерлак. Надеюсь, что кто-то заинтересовался, поскольку в своих комментариях к обзору многие обращали внимание на эту модель. Сегодня я фактически попетельно покажу, как вязать этот узор. Заранее прошу прощения за возможные оговорки и описки. Свой кардиган я вяжу из пряжи Alize Lana Gold Classic. Здесь 49% шерсти и 51% акрила. Метраж 240 метров. Надеюсь, эту пряжу вы все знаете. Также для этого узора подходит пряжа фабрики Казал Baby Wool XL или хлопковая пряжа Jeans Plus. Спицы нам понадобятся номер 4,5, как я уже вам сказала. Для образца узора нам нужно набрать 29 петель. Раппорт узора 12 петель. 24 петли мы набираем для раппортов, 2 кромочных и плюс 3 для симметрии. Итак, набираем 29 петель. После того, как мы набрали наши петли, нам нужно провязать сейчас распределительный нулевой ряд. Мы его провяжем резинкой 1×1. Кромочную снимаем. Далее вяжем, начиная с изнаночной, резинку. Одна изнаночная, одна лицевая. Одна изнаночная, одна лицевая. И так далее до конца ряда. В конце ряда кромочную мы провяжем лицевой петлей. Первый ряд. Кромочную петлю, как всегда, мы снимаем, не провязывая в начале ряда. Далее. Одна петля симметрии. В данном случае это у нас лицевая петля. Вяжем по рисунку ее. Далее нам нужно провязать изнаночную петлю. Провязали. Теперь накид. Как мы делаем накид? Обвиваем палец, большой палец, вот так вот, как при наборном ряде. Спицу заводим снизу и нанизываем петлю на спицу. Это накид. Выполнили накид. Далее вяжем 9 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Теперь нам нужно провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевую петлю мы разворачиваем. Вот так вот развернули. Навесили назад на левую спицу и провязываем. Правую спицу заводим слева направо, захватываем нитку и выводим петлю. Все, мы провязали 2 вместе лицевой с наклоном вправо и закончился раппорт. Здесь мы навесим маркер. Начинаем новый раппорт. Повторяем то же самое. 1 изнаночная, 1 накид, 9 петель резинки.
провязали. Теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. И 2 петли для симметрии. Изнаночная, лицевая. Мы провязали с вами первый ряд. В конце кромочную провязываем лицевой. Вот так вот. И второй ряд. Кромочную снимаем, не провязывая. Далее 2 петли симметрии по рисунку. Это у нас петли резинки. Теперь вы видите, у нас 2 изнаночных петли. Мы должны провязать их вместе изнаночной с наклоном влево. Спицу заводим сверху, справа налево. Захватываем нитку. Эту петлю мы вяжем классическим способом. Вот так выводим нитку, провязываем. Далее 8 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Теперь делаем накид. Опять-таки накидываем накид. Все, сделали. Следующий накид, который мы делали в первом ряду, мы должны провязать изнаночной петлей. Провязываем изнаночной. И еще одна лицевая. Это 2 петли резинки мы провязали. Раппорт закончился. Начинается новый раппорт. 2 вместе изнаночной с наклоном влево. 8 петель резинки. Провязали. Накид и 2 петли резинки. Довязываем 1 петлю симметрии и кромочную. Третий ряд. Вначале провязываем 1 петлю симметрии. Далее у нас идет 1, 2, 3 петли резинки, 1 накид. Теперь вяжем 7 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Как вы поняли, количество петель уменьшается. Теперь провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. Раппорт закончился, маркер перебрасываем. Начинается новый раппорт. 3 петли резинки. Один накид. 7 петель резинки. 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 2 петли симметрии. Кромочную провязываем. Кромочную снимаем. 2 петли симметрии. 1, 2. Провязали. Теперь 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Провязали. 6 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 накид. И 4 петли резинки. 1, 2, 3, 4. Провязали. Раппорт закончился. Маркер перебрасываем, новый раппорт. 2 вместе изнаночной с наклоном влево. 6 петель резинки. 1 накид. 4 петли резинки. 1 петля для симметрии и 1 кромочная.
пятый ряд. Кромочную снимаем. Одна петля для симметрии. Далее 5 петель резинки. Раз, два, три, четыре, пять. Провязали. Далее накид. Выполнили накид. Провязываем еще 5 петель резинки. Раз, два, три, четыре, пять. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт закончился. Следующий раппорт. 5 петель резинки. Один накид, 5 петель резинки, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 2 петли симметрии. Шестой изнаночный ряд. Одну петлю снимаем, 2 петли симметрии. Далее 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Провязали. Теперь вяжем 4 петли резинки. 1, 2, 3, 4. Накид. И 6 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали раппорт 6 ряда. Еще раз повторяем. 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 4 петли резинки, 1 накид, 6 петель резинки, 1 петля для симметрии и 1 кромочная. 7 ряд. Кромочную снимаем. 1 петля симметрии. 7 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязали. Далее 1 накид. 3 петли резинки. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. Раппорт закончился. Вяжем 7 петель резинки. 1 накид. Затем 3 петли резинки. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И 2 петли симметрии. Восьмой ряд. Кромочную снимаем. 2 петли симметрии. Провязали. Далее 2 вместе изнаночной с наклоном влево. 2 петли резинки. 1, 2. 1 накид. 8 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующий раппорт. Все то же самое. 2 вместе изнаночной с наклоном влево. 2 петли резинки. Накид. 8 петель резинки и 1 петля для симметрии и 1 кромочная. Довязываем 8 ряд до конца. Девятый ряд. С начала ряда мы провязываем 1 петлю для симметрии. Далее 9 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
провязали 1 накид, 1 петля резинки, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, следующий раппорт, 9 петель резинки, 1 накид, 1 петля резинки, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 2 петли симметрии. Десятый ряд. Кромочную снимаем. Далее у нас 2 петли симметрии, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, провязали, 1 накид, 10 петель резинки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 1 накид, 10 петель резинки, 1 петля для симметрии и кромочная. 11 ряд, лицевой ряд. Мы сейчас провяжем по рисунку. Все петли у нас будут лицевые и изнаночные, никаких убавлений и прибавлений. А в 12 ряду мы начнем новые раппорты. Мы с вами провязали 11 ряд резинкой 1 на 1. При этом мы сместили раппорт узора на 1 петлю влево. Вот, посмотрите, навесили маркер. И сейчас начнем вязать 12 ряд. Кромочную снимаем. Далее вяжем 1 петлю для симметрии. Начало раппорта. 1 лицевая. Далее накид. 9 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь на спицах у нас 2 петли, лицевая и изнаночная. Нам нужно провязать 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Для этого мы делаем следующее. Переносим эти петли на правую спицу вот таким вот образом. Теперь левой спицей, левую спицу заводим вовнутрь первой петельки и меняем их местами. Смотрите, как мы это делаем. Вот так вот. Поменяли местами. Вторая петля у нас перед работой, первая петля, вторая петля у нас за работой. Мы провязываем их вместе изнаночной. Вяжем бабушкиным способом. Провязали. Все, раппорт закончился. Переодеваем маркер, начинаем следующий раппорт. Лицевая петля, накид, 9 петель резинки, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Опять меняем их местами. Поменяли. И провязываем вместе изнаночной.
Раппорт закончился. В конце ряда провязываем 2 петли для симметрии и 1 кромочная. 13 ряд. Кромочную снимаем. В начале ряда 2 петли для симметрии. Далее провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Спицу заводим справа налево, захватываем нитку и провязываем 2 петли вместе. Далее 8 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 накид. Теперь смотрите внимательно. Здесь у нас идет накид предыдущего ряда. Его мы должны провязать лицевой петлей, не так, как было у нас перед этим, а именно лицевой петлей. Во всех рядах мы накид будем провязывать лицевой. Провязали, и еще 1 петля резинки. То есть у нас получилось в этом раппорте 2 петли резинки. Маркер перебрасываем и повторяем то же самое. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 8 петель резинки, 1 накид и 2 петли резинки. Провязали 8 петель, 1 накид и 2 петли резинки. В конце 1 петля для симметрии и 1 кромочная. 14 ряд. Кромочную снимаем, 1 петля симметрии. Далее вяжем 3 петли резинки. 1, 2, 3, 1 накид, 7 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Меняем их местами и провязываем вместе изнаночной бабушкиным способом. Раппорт закончен. Продолжаем вязать 3 петли резинки, 1 накид, 7 петель резинки, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, и в конце мы провяжем 2 петли для симметрии и 1 кромочную. Продолжаем вязать. 15 ряд. 2 петли для симметрии. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 накид, 4 петли резинки. Накид не забывайте, провязываем лицевой. Раппорт закончился. Повторяем наши раппорты до конца ряда. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 петель резинки, 1 накид, 4 петли резинки. В конце ряда мы провяжем 1 петлю для симметрии и 1 кромочную. Шестнадцатый ряд. 1 петля симметрии. Далее 5 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5. 1 накид. Еще 5 петель симметрии. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 2 вместе изнаночной с наклоном вправо.
поменяли местами, провязали 2 петельки вместе изнаночной наклоном вправо. Теперь повторяем наши рапорты. Еще раз напоминаю вам, 5 петель резинки, 1 накид, еще 5 петель резинки, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо и 2 петли для симметрии в конце ряда и кромочная. Довязываем ряд до конца. Семнадцатый ряд. 2 петли для симметрии. Провязали. Далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Провязали. 4 петли резинки. 1, 2, 3, 4. 1 накид. 6 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Рапорт закончился. Вяжем опять 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 петли резинки, 1 накид, 6 петель резинки. И в конце ряда провязываем 2 петли для симметрии. Восемнадцатый ряд. 1 петля для симметрии в начале ряда. Далее 7 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 накид, 3 петли резинки. 1, 2, 3. И 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Провязали. Рапорт закончился. Начинаем следующий рапорт. 7 петель резинки. 1 накид. Далее 3 петли резинки и 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Девятнадцатый ряд. 2 петли для симметрии. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 петли резинки. 1 накид. 8 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повторяем рапорты 19 ряда. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 петли резинки, 1 накид, 8 петель резинки. И в конце ряда провязываем 1 петлю для симметрии и 1 кромочную. Двадцатый ряд. Кромочную снимаем.
1 петля для симметрии, затем 9 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 накид, 1 петля резинки и 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Довязываем до конца 20 ряд. Двадцать первый ряд. 2 петли симметрии. Провязали. Затем 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 накид. 10 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продолжаем, довязываем 21 ряд до конца. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 накид, 10 петель резинки и в конце провяжем 1 петлю для симметрии и 1 кромочную. Довязываем 22 ряд. В этом ряду мы вяжем все петли резинкой 1 на 1. И уже в 23 ряду повторяем мотив узора с первого ряда. Посмотрите, вот такой совершенно несложный и красивый узор у нас получился. Это его изнаночная сторона, а это лицевая. Можно выбрать любую сторону. Еще можно резинку 1 на 1 заменить пышной резинкой или полуанглийской, чтобы вам было более понятнее. Для этого в изнаночном ряду лицевую петлю нужно провязать, вводя спицу в нижний ряд. Посмотрите, вот таким образом. Вот у нас лицевая петля. Мы вводим спицу в нижний ряд, захватываем нитку и выводим ее. Таким образом у нас провязывается как бы петля с накидом. Образуется пышная петля. Друзья мои, надеюсь, я доступно показала вам весь процесс вязания моего любимого узора. И многие захотят связать вместе со мной кардиган или джемперок. То, что я показывала вам в начале видео. Жду всех на своем канале. У меня еще много интересных проектов. А теперь до свидания. Пока-пока.